расточил внутреннее отверстие. Теперь она на ось садится плотненько. Отверстия просверлены. Звезда будет крепиться на эти отверстия. Приварил гайку. Теперь ее надо разрезать пополам вместе со всем этим фланцем. С одной половинки высверлить резьбу. И затем все это дело будет стягиваться болтом. Пропилил. Теперь с одной стороны вот эту половинку надо высверлить, убрать резьбу. Все, болт на месте. Теперь надо сделать шпоночный паз. Вот здесь я уже разметил. Пробовал в своем токарном станочке сделать, но что-то он слабоват для этого. Нужно куда-то отдавать на производство. Паз вот под эту шпонку. Ширина 8 мм. Тайга Барс 850. Нужно снять вариатор. Проверить состояние роликов и грузиков. Откручиваем сначала центральный болт. Затем снимаем крышку подвижной щеки. Так, вот крышка. На шести болтах. Затем идет пружина. Дальше идет контргайка. Теперь откручиваем ее. Сначала откручиваем контрящую гайку. Откручиваем вариатор. Вот такой вариатор. Вариатор сидит на фиксаторе резьбы. Очень туго откручивается. Грузики в порядке, особого износа у них нету, а вот ролики уже разваливаются, сильно люфтят. Теодоль более-менее нормальный, тоже все уже, а этот вообще заклинил, даже не крутится. Снял все ролики, вот в таком они состоянии. Большой износ. Палец тоже с износом небольшим. Где-то был побольше. Вот здесь вот явный износ. В роликах запрессована втулка. И она износилась. Вот этот был заклинивший. Таких запчастей достать негде. Пальцы 8 мм. Как-то так. Не знаю, получится или нет.